Сегодня погодка хорошая, но ветер, а с ног сдувает. Вот такой процесс. Хотя на деревьях еще снегу много не сдуло. О, лоси, лоси ходили, лоси. Там солнышко где-то. Вон моя лыжня. Вот оттуда я иду. Лосей-то тут следов видел много. У меня вон лыжки тоже. Вот туда, вот туда, вот туда мы идем. Лосю тоже не сладко ходить. Вот он. Оп, проваливается. Вот мои лыжки. А вон туда, и вон моя тень. Там где-то уже деревня моя, деревня. А здесь лес полон чудес. Вот такой процесс. Вот такой процесс. У соседних домов вот я уже хожу. Тут лосики. Лосики вон там. Вот тут ходили они что-то. А, вот тут вишневые кусты. И вон там вишневые кусты. Так они эти кустики щипали. Вот артисты, во. Во, мои лыжки. А там лосики все исходили. Вон там наш дом, вон там. Уху-ху. Хороша погодка. Если бы еще ветра не было, да и морозят под 20. Нормально. До дому добрался. Но ветер, вон лыжки поставил. Где у меня дом? Где мой дом? Вот мой дом. Где там кошки в нем? Кошечки. Где в нем? Во. Ой, все забываю. У меня нет уже солдат. У меня крестьяне без головы. Ну, весной я им верну голову-то. Ну, ладно. А солнце где-то светит, но... ветер больше, чем солнце. Вот такой процесс. Все замело. Вот тут где-то какой-то кошачок выходил, наверное, Моша. И обратно ушел. И обратно. На окнах узор. Дамы стоят. Мушулька, мушулька что-то не ест. Вот сырка ест. А белка тоже что-то побаивается. Вон я им всякой ливерной колбаски дал. У них осталось тут еды-то. Уй. Я им оставляю рыбы вон там, море. Раз, два, три, в четырех емкостях. А вон там он на подложке было, на картонке, на фанерке. Сухой корм там, да все такое. Как это съели они. О, самый прожорливый сырок у нас. Ну, Муша там вот, я ей дома дал колбаски. Она съела и туда. А я сегодня дома-то топить не собираюсь. Что-то. Вон один сырочка, а вон белочка ходит. Белочка? Белочка, вон там какой-то листик. Полетел, а кон бегает. Он любит живую пищу ловить. А сырок, чё? Сырок молодец. Так если вот не съедят сейчас, так чё? Он застынет. Так все равно 20-то градусов есть, а ночью еще холоднее будет. Ну ладно, хоть сырок ест. Сегодня печку в доме не буду топить, а вот в землянке. Здесь у меня землянка. Вот я пришел. Там сад. Ух. Метели, конечно, февральские начались. Ну, да ничего, во. Не так уж и сильно заиндевил. Тут морозы были 30 с лихом, так ух, было. А сейчас вон там он где-то шел, вон там. У беседки. Опять рябчика спугнул. Тетеревиные
лунки делают в снегу. Снег рыхлый и прячется. Но он на ветку сел, так я его, понятно, не успел сфотографировать и заснять. Обычно рябчики на пары разбиваются и всю жизнь живут. Так по двое они и зимой живут. А этот один, вот я его недели две назад уже спугивал. До этого я рябчиков на усадьбе вообще не видел. Тетерева были, глухари рядом вот там уже ходят. А рябчик один, так, ну и пару найдет, ничего, приведет. И пару где-нибудь будет тут жить. Вот такой процесс. Пойду в землянку печку затоплять. Ага, пришел я в землянку. Где там у меня печка? Печку что-то вообще не видно. А, вот. Вот я. Во. А где здесь 29 градусов. Тогда где-то, вот я показывал, было 33 градуса. Вообще как. А пар-то идет вон. Ну сейчас буржуечку затопил, так она, ну, к нулю-то подкинет. Если шибко топить, так что. Тогда и натопить и хоть 60 градусов тепла. Только это зачем? Мне не надо. Вот. Я потоплю, отогреюсь немного, пойду дальше. В землянке печку затопил. О, дымок идет. Дымок. Ветер западный. Вот там на трубе снежная шапка была, а она обтаивает. Вон. Ух. Солнышко где-то там даже. Солнышко, ведрышко. А там сад в полной комплекции. Вон там пустые ульи стоят, так на них шапки снега такие приличные. А будет еще больше. Где-то там и заваленные у меня ульи есть. Вон там где-то завалены. Пасека-то где-то там далеко. Ух, в землянке как холодильник. Сейчас 29 мороза. Здесь около 20, а в землянке холоднее. Ну, сейчас ничего, натопится, погреется. Мушуль, ты где? Мушуль, на, я тебе мышку опять поймал. Ну, ты, конечно, мышек не любишь есть. О, но поиграть-то ты специалист. Специалист, мушка. А где сырка, белка? Сыр... Уё! Ну, мож! Её другие мыши немножко поели, она каменная. Ну, моша поиграла и дальше пошла. Вот там дятел долбит. Вон там. Но видно плохо.
Полетел дятел, улетел. Вот такой у нас пейзаж у дома. Вот такой. Крестьяне без голов, дамы в неглиже, и где-то кошечки внутри. Кошечки-то. Я здесь сегодня ехал, а где лыжня? А лыжни нет. Не так уж давно я и ехал. 5 часов прошло. Ага. Вот там хотя бы солнце еще светит. Где-то над лесом. А то в это время уже оно было полностью за лесом. А сейчас еще над лесом. Вот такой у нас пейзаж. Вот такой. Ну вот, метели, ёлы-палы. Ну тут вот на мелодок не сильно проваливаются лыжи. А вон там, где свежий-то снег. Ой-ой-ой. Тоже придется лезти. Вот такой у нас процесс. Там вон на траве, на бурьяне летает стайка чечеток, но их, конечно, не заснять, они отлетают. Да такие мелкие, как они в этот мороз умудряются выжить. Вот там всякие гаечки, другие синицы. У-у-у, холодища. И кошки хоть побольше. Ну там горностаи, всякие норки, хорьки. Ух. А уж птички я вообще не понимаю, как выживают в таких страшных морозах. Это ж вообще ужас. А солнце еще вон где-то не прыгнуло в лес. Но ветер дует, сдувает прямо. Прямо невозможно. Прямо, наверное, сдувает, как волк. Вот здесь лыжню мою немного видно. Вон она. А к лыжи-то ничего не едут. 20 с лихом градусов мороза, а лыжи не едут, потому что снег несет, и он пусть и холодный, мерзлый, а прилипает. Вон там опять стайка чечеток, вон там полетела. Полетели они туда, полетели. Ой. Маконьки какие маленькие-то, какие. Вон там на бурьяне летают. Там люпин. А вот они семена люпина шиплют. Да еще всякая пижма, да что-то там. Репи какие-то есть. Бодяки, они и семена едят. Ну и у люпина-то тоже. Бобики. Вот там уже трансип. Где-то слышно. Уже поезда идут. Надоел уже мороз. Вспоминается колхоз.